«Лучэнергія», город Владивосток, Евгений Котов, а лучший игрок своей команды. Тарас Фадеев, команда «Алтай», город Барнаул. Чеботарев, футбольный клуб «Краснодар». Ну а теперь, дорогие друзья, приступаем к вручению главных наград турнира. Итак, кубок и бронзовые медали за третье место вручаются команде «Балтика», город Калининград. Друзья, аплодисментами поприветствуем бронзовых медалистов. Thank you.